Счетная палата обвинила Росалкогольрегулирование в недостаточном контроле за производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По данным Счетной палаты, за последние 3 года служба получила из федерального бюджета 5 миллиардов 800 миллионов рублей, 45% которых ушли на содержание центрального аппарата ведомства и его территориальных органов, на остальные 55% на закупки для госнужд, в том числе на меры по пресечению незаконного производства и оборота алкоголя. Для реализации этих мер служба заключила 18 госконтрактов с единственной организацией «Росспиртпром». Счетная палата выяснила, что Росалкогольрегулирование каждый месяц тратит 4 миллиона рублей на содержание на складах Росспиртпрома более 228 единиц автотранспорта – машины, которые перевозят нелегальный алкоголь. Это является недостатком в действующем законодательстве, поскольку закон требует такой транспорт изымать, но не указывает, как его после этого можно реализовать. Комментируя замечание Счетной палаты, руководитель Росалкогольрегулирования Владислав Заславский сообщил, что уже готов план мероприятий по устранению недостатков.